МФЦ Самары 10 лет. Какие нововведения готовятся в системе МФЦ в будущем? Какие услуги у населения сегодня самые популярные? Какие документы можно заказать через портал госуслуг? Смотрите программу «Город С» 9 июля в 18:15. Гость в студии – Александр Иванов, директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа «Самара».